O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi hamkorlik amaliy jihatdan yangi bosqichga chiqdi. Aloqalar faollashdi. Davlat rahbarlarining oliy darajadagi muloqotlari, hukumatlar va hududlar darajasidagi delegatsiyalar tashrifi bunga asosdir. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Saranboy Jeenbekov O'zbekiston prezidentining Ko'ksaroy qarorgohida tantanali kutib olindi. Saranboy Jeenbekov Qirg'iziston prezidenti etib saylanganiga hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q. U xorijiy mamlakatlarga ilk tashriflardan birini bejiz O'zbekistonga amalga oshirmadi. Boisi qo'shnichilik aloqalarini izchil rivojlantirish ikki tomon uchun birdek manfaat keltiradi. Qirg'izistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda O'zbekistonning amaliy ko'magi va hamkorligi bu davlat uchun juda zarur. Keyingi bir yilning o'zida gaz, kimyo, oziq-ovqat, avtomobillar, qishloq xo'jaligi texnikalari yetkazib berish bo'yicha O'zbekiston ko'pgina yirik loyihalarni hayotga tatbiq etdi.
va Qirg'iziston tarmoqlariga mamlakatimizning yirik miqdordagi investitsiyalari ham keng jalb etilmoqda. Ko'ksaroy qarorgohida ikki mamlakat prezidentlarining tor doiradagi uchrashuvida ana shu hamkorlikning muhim jihatlariga alohida e'tibor qaratildi. Уважаемый Сооронбай Шарипович, приветствую в Ташкенте. Все, что произошло за последний год, это новая история наших отношений. Сделанные вот те реформы под руководством Алмазбек Шашеновича за 6 лет, это всему миру показало, что очень много сделано, и люди осознанно поддерживают вот этот сегодняшний курс Киргизстана. И вот выборы, которые показали всему миру, что вот в истории независимого Киргизстана переход власти вот с таким цивилизационным, демократическим путем. И я вас искренне от себя лично, от имени узбекского народа поздравляю вот избранием президента Киргизстана, нашей дружественной, соседней, для нас очень близкие страны. И мы на самом деле гордились. Киргизский народ избрал достойного, имеющий опыт работы вот в тех сложных условиях, быть вот на таких должностях, это понимает, кто понимает. И вот ваша искренность, преданность, самое главное, ваше отношение к народу, близость народа, вот завоевали вот такой авторитет, который сегодня в таких, я бы сказал, непростых выборах вы достойно избраны президентом. И вот то, что нами сделано за последние годы, чтобы приумножались, преемственность была в политике. Я думаю, что и мы очень надеемся, что это и будет продолжаться так. Сегодня один из первых визитов, то, что вы выбрали Узбекистан, для нас это очень ценно. И сегодня весь узбекский народ, вот, увидя, будут радоваться, что мы продолжаем завтрашний день нашей только спокойствии, взаимоотношениях, особенно вот нашей внешней политике определили приоритетным, это дружба с нашими соседями. Киргизстан для нас очень близок. И еще раз я хочу, чтобы у нас совместно с вами вот та преемственность, о которой мы будем говорить, чтобы она была реальной, чтобы я очень хочу, чтобы люди ощущали, я очень хочу, чтобы они понимали, что у нас назад уже все те мосты сгорели, у нас только вперед на совершенно другой уровень. Я очень надеюсь, имея такой опыт руководителя, хозяйственника, мы с вами найдем те точки, которые сделаны, нам надо поднимать на совершенно другой уровень. Яна бир марта хош келибсиз Узбекистонга. Яна бир марта табриклайман. Мана шундай катта буюк халқни ишончини охлаш у ҳаммага ҳам насиб қилмайди. Муборак бўлсин. Ман юрагимдан сизга яхши истак, яхши ният, ишларингизда муваффақиятлар тилаб, мана шу Ўзбекистон ҳар сафар сизни ёнингизда бўлади. Хош келибсиз. Раҳмат сизга, уважаемый Шафкат Мирамонович. Я искренне хочу вас поблагодарить за приглашение посетить Республику Узбекистан с официальным визитом. Мы благодарны за теплый прием, традиционно узбекское гостеприимство. Спасибо. Мы с первых минут ощутили, почувствовали это гостеприимство. Как вы сказали, это мой первый официальный визит в качестве главы государства. Это говорит о том, что Кыргызстан серьезно, твердо намерен развивать, углублять, укреплять наши дружеские, братские отношения. Мы тоже в этом очень заинтересованы. И, пользуясь возможностью, хочу вам выразить искреннюю признательность за поздравления, за теплые пожелания. Вы правильно сказали, 17-й год – это год, поворотный год кыргызско-узбекских отношениях. Государственные визиты на высшем уровне. Ваш визит, визит Алмазбека Шашеновича, поднял уровень наших взаимоотношений на очень высокий стратегическое партнерство. Мы об этом знаем и радуемся. До этого была проделана огромная работа. За четверть века не было сделано столько, которое сделано за один год. Я, как новый президент государства, хочу подтвердить, что те принятые достигнутые договоренности, они остаются в силе. Я
приложим максимум усилий, чтобы эти договоренности были реализованы в деле для блага наших народов. И сегодня тоже есть много вопросов, которые мы обсудим. Я надеюсь, она тоже пройдет в таком же русле, когда мы с пониманием будем относиться друг к другу. Вам еще раз большое спасибо, Шавкат Мирамонович, за теплый, гостеприимный прием. O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari ishtirokidagi rasmiy delegatsiyalarimizning kengaytirilgan muzokarasida ikki va ko'p tomonlama munosabatlarga doir dolzarb masalalar muhokama etildi. Siyosiy, savdo, iqtisodiy, sarmoyaviy va madaniy-gumanitar sohalarda yaqin hamkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq ko'plab masalalar ko'rib chiqilib, davlat rahbarlari tomonidan bir qator yo'nalishlarda amaliy takliflar bildirildi. Shuni qayd etmoq joizki, Saronboy Jeenbekov Qirg'izistonning avvalgi prezidenti Almazbek Atambayev tomonidan mamlakatda osoyishtalikni saqlash, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda taraqqiyotga erishish yo'lidagi siyosatini davom ettirmoqda. Bu ikki mamlakat o'rtasida erishilgan kelishuvlarni to'laqonli amalga oshirish, birgalikdagi loyihalarning davomiyligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida aniqlanmagan chegaralar uzoq kilometrlarni tashkil etar edi. O'tgan bir yil davomida Shavkat Mirziyoyev va Almazbek Atambayevning birgalikdagi harakatlari tufayli ana shu masalaga oydinlik kiritilib, belgilanmagan chegaralarning qariyb 85% bo'yicha aniq kelishuvlarga erishildi. Bu hujjat parlamentlarimiz tomonidan ham ratifikatsiya qilindi. Toshkentda o'tgan oliy darajadagi muzokaralar chog'ida Shavkat Mirziyoyev va Qirg'izistonning yangi prezidenti Saronboy Jeenbekov chegaralarning qolgan 15%ini hal etish, amaliy natijalarga erishish borasida ham fikrlashib oldilar. Muzokarada ikki mamlakat manfaatiga xizmat qiluvchi biron bir yo'nalish e'tibordan chetda qolmadi. Bunday ochiq va o'zaro ishonchga asoslangan samimiy muloqot, albatta do'stlik va qardoshlik rishtalarining mustahkamlanishi, hamkorlikda mintaqamiz ahamiyatiga molik ko'plab loyihalarni hayotga tatbiq etilishi, eng muhimi, xalqlarimiz farovonligi uchun xizmat qiladi. Oliy darajadagi Toshkent uchrashuvlari yakuni bo'yicha Shavkat Mirziyoyev va Saronboy Jeenbekov O'zbekiston-Qirg'iziston prezidentlarining qo'shma bayonotini imzoladilar. Unda shuningdek vazirliklar, idoralar va tashkilotlar o'rtasida iqtisodiyot, savdo, investitsiya, huquq-tartibot, ta'lim, ilm-fan yo'nalishlarida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha qator kelishuvlar ham imzolandi. O'zbekiston-Qirg'iziston prezidentlari uchrashuv va muzokaralar yakuni bo'yicha ommaviy axborot vositalari xodimlariga bayonot berar ekanlar, u ochiq, samimiy va konstruktiv ruhda o'tganligini qayd etdilar. Ko'pgina mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi dolzarb masalalarda ikki tomonning qarashlari o'xshash ekanligi ta'kidlandi. Qadrli ommaviy axborot vositalari xodimlari, bugun biz hurmatli Saronboy Sharipov Jeenbekovni Qirg'iziston Respublikasi delegatsiyasini O'zbekiston diyorida qutlashdan minnatdorman. Men o'z nomimdan va xalqimiz nomidan muhtaram Saronboy Sharipovni prezident bo'lib saylanganlari bilan tabriklashga ijozat bergaysizlar. Сегодня такой исторический день. Вы знаете, что вообще в дипломатических отношениях такого года редко бывает. Мы на высоком уровне встречаемся третий раз. Это воля наших народов. И вы знаете, почему я называю этот год историческим? Потому что с моим братом, уважаемым Алмазбек Шаршеновичем, мы за год, 2017 год, на самом деле, в наших отношениях он является историческим. Мы за этот год очень многие вопросы решили. Те решенные вопросы, они на самом деле полностью поддерживаются нашими народами. Это великое дело, когда люди поддерживают, великое дело, когда люди хотят. Вы знаете, я очень удовлетворен сегодняшними нашими беседами. В узком кругу мы
очень досконально, очень скрупулезно по всем вопросам. Это касается вопроса наших политических взаимоотношений. Вы видите, что у нас никаких вопросов нет. Мы на всех уровнях политических вопросах, это и региональные, и международные наши встречи, мы всегда поддерживали и будем поддерживать. Это в Организации Объединенных Наций, это в СНГ, это в ШОС, Исламская Организация Сотрудничества. Мы будем друг друга и поддерживали, и будем поддерживать, потому что по многим вопросам у нас с уважаемым Сооронбай Шариповичем у нас взгляды или совпадают, или близкие во всех отношениях. Я вам хочу сказать, что вот за историю наших взаимоотношений в торгово-экономических вопросах у нас никогда такого торгового оборота между нашими странами не было. 250 миллионов уже. Но говорят сейчас наши коллеги с обоих сторон, что он даже может повыситься на 280 и даже больше по итогам года. Но мы с уважаемым Сооронбай Шариповичем поставили задачу довести до 500 миллионов долларов, потому что у нас есть все на это основания. И то, что мы с уважаемым Алмазбек Шаршеновичем поставили на такой серьезный уровень нашей торговли, открыли очень многие-многие преграды, и мы продолжаем открывать те преграды, продолжаем решать те вопросы. И сегодня был бизнес-форум, он тоже дал результаты. Завтра мы с уважаемым Сооронбай Шариповичем будем посещать выставку. Почему? Да мы хотим все преграды снять. Второе, у нас очень много тех договоренностей, которые транспортно-логистических взаимоотношений. Автопробег Андижан, Ош, Иркыштам, Кашкар. Это историческое явление. Представьте, если мы 25 лет этим маршрутом пользовались бы, какие бы у нас успехи были? Исторический проект – это строительство новой железной дороги. Это Китай, Киргизстан, Узбекистан. Это, знаете, мы будем 25 декабря уже будет встречаться экспорт, и мы с уважаемым Сооронбай Шариповичем договорились, что мы будем это со всех сторон ускорять, воплощать в жизнь. Вот вы знаете, вот у нас, я это об этом говорил, если это железная дорога, мы будем ускорять. Вы знаете, что на днях у нас был с визитом президент Афганистана. Мы договорились и подписали. Мы до Мазари-Шарифа построили дорогу. От Мазари-Шарифа мы хотим строить 893 километров до Герата. Вы представьте, Китай и Герат. Это кому это легче? Это нам легче. Мы будем торговаться. И Киргизстану легче будет, и Узбекистану легче. И второе, это и будет легче, с Ирана будет нам доставаться вещи, и то есть наши бизнесмены будут меньше тратить свои средства на логистику. Это же самое главное. Это и в Киргизстане будет, и в Узбекистане будет. Вы представьте, какой товарооборот будет у нас. Транспорт, логистическим вопросом. Мы договорились об открытии наших автобусных маршрутов, об открытии авиарейсов. Не только Ташкент-Бишкек, а Ташкент-Ош. Очень большая потребность. Сейчас авиарейс открыли, а я думаю, что мы вот сегодня договорились, что мы будем открывать железную дорогу до Иссык-Куля. Чувствительным вопросом по границе тоже. Я думаю, мы продвинулись. Мы выслушали друг друга. Конечно, есть вопросы, когда воля президентов нужна. Я думаю, она у нас есть потихонечку. Вы представляете, когда мы за год 85% описали, только начало пути мы. Потихонечку мы опишем. Я думаю, что мы наших руководитель договорились с Сооронбай Шариповичем повысить. Культурно-гуманитарных вопросах. У нас очень много общего, очень много традиционного, близкого по духу, по нраву, по взглядам. И мы будем это обязательно воплощать в реалии. Рахмат, урматту Шавкат Мираманович, урматту жалпыга маалымдо кыргызстандын өкүлдөрү, мырзалар жана айымдар. Биринчиден мен Шавкат Мираманычка өзүмдүн атымдан, жалпы Кыргызстан делегациясынын атынан терең ыраазычылык билдирем. Шавкат Мираманович, биринчиден ушу мени куттуктап, атайын мени келип кеттип, Узбекстанга чыгып расмий сапар менен абдан жылуу чын жүрөгүңүз менен, чын ниетиңиз менен, чын дилиңиз менен кабыл алдыңыз, кабыл алып бизге абдан жакшы сөздөрдү айттыңыз. Биз дагы сизге ушу жакшылыктарды каалайбыз. И жалпы өзбек элине, өзбек элибизге ушу жылуу кабыл алгандыгы үчүн
жақсы меймандасты көрсеткен үшін дағы растық білдіреміз. Алан Шапхат Мирамович пенен біз бірінші танышқанда, Самарканда танышқанбыз. Екі мемлекеттің ортасындағы ең жоғарғы деңгейдегі расми сапарлар мына өзінің жиынтығын берді. Біз мұрын дос, жақын болып жүрсек, бір туған ел болсақ, мына азық стратегиялық партнер болып қалдық, ең жақын болып қалдық. Мына біз ұшыл жетіскендерді бұдан ары түсірбей, біз қармап қалысымыз керек. И ошол деңгээлде иштешибиз керек. Анан бүгүн дагы биз мына жолукканда абдан жакшы ойлор айтылды. Ошого кошулабыз. Биз да өз тараптан ошол ойлор ишке ашырганга аракеттерди жасайбыз. Уважаемые представители средств массовой информации, мы только что с Шавкатом Мирамоновичем и наша делегация в узком формате и расширенном формате обсудили самые актуальные вопросы сотрудничества между нашими странами. И самое главное, что меня радует, что по многим вопросам наша позиция совпадает. И мы проявили единство мнений по новым вопросам. И эти вопросы, которые были обсуждены сегодня, мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы они были реализованы. Как отметил уважаемый Шавкат Мирамонович, в текущем году в истории кыргызско-узбекских отношений произошли судьбоносные исторические события. Между нашими странами был подписан договор о границе. О границе – это очень большое достижение, подписание соглашения о государственной границе. Снятие ограничений отдельных пунктов пропуска для наших многих людей это стало большой радостью. Особенно люди, проживающие в приграничных районах, они со слезами на глазах они восприняли это. И у них есть очень большая надежда, что мы в дальнейшем откроем и другие границы, так же, как открыли недавно. И мы сегодня тоже по этому вопросу было много обсуждений. И как сказал Шавкат Мирамонович шутя, мы тех людей, которые работают с границей, хотим повысить, дать звание им, чтобы они быстрее решали эти вопросы, чтобы нам приносили готовые решения. У генерала, я тоже ему подпишу в тот же день. Да, вы правильно заметили, граница между нашими странами стало не такое, как раньше, а стало границей дружбы и добрососедства. Между нашими братскими народами нет и не может быть разногласий. Мы еще раз доказали всему миру, что у кыргызов и узбеков, тысячелетиями живущих по соседству, было славное общее прошлое и будет прекрасное будущее. И такие чаяния и намерения могут быть реализованы благодаря мудрости, дальновидности таких лидеров, как Шавкат Мирамонович. Я это особо хочу отметить. Это далось нелегко. Вы внесли огромный вклад в установление стратегического партнерства между Кыргызстаном и Узбекистаном. Yüksek darajadagi uchrashuvlarning tarixiy ahamiyati katta. Ma'lumki, Qirg'iziston Respublikasining oldingi prezidenti Almazbek Atambayev ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish yo'lidagi ulkan xizmatlari uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Danaker ordeni bilan mukofotlagan edi. Bugun ushbu mukofot Qirg'iziston Respublikasining yangi prezidenti Soronboy Jeenbekov tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga tantanali tarzda topshirildi. Qirg'iziston Respublikasining oliy mukofotlaridan bo'lgan ushbu orden xalqlar o'rtasidagi tinchlik, do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashga, millatlararo totuvlikni saqlashga, ilm-fanni rivojlantirishga, milliy madaniyatlarni yaqinlashtirish va boyitishga katta hissa qo'shgan insonlarga beriladi. Davlatimiz rahbariga bunday mukofot berilishi uning O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarini ravnaq toptirish, ikki xalq o'rtasidagi do'stona aloqalarni kengaytirish yo'lidagi xizmatlarining yuksak e'tirofidir.
Қырғызстан Республикасы президенті Сооронбай Жээнбеков Мустақиллик майдониге ва Өзбекстан Республикасының бірінші президенті Ислам Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасига ҳам ташриф буйрди. Қырғызстан Республикасы президенті Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанға расми ташрифи доирасида Истиқлол ва тинчлик барқарорлик тимсоли Мустақиллик майдонини зиёрат қилди. Олий мартабали меҳмон халқимизнинг орзу-интилишлари рўёби рамзи бўлган Мустақиллик ва Эзгулик монументи пойига гул қўйди. Қырғызстан Республикасы президенті Сооронбай Жээнбеков юртымызге расми ташрифи доирасида пойтахт азимнинг табаррук маскенларидан бири Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти Ислам Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасида бўлди. Олий мартабали меҳмон Ислам Каримов ҳайкали пойига гулчамбар қўйди. Унинг ёрқин хотирасига ўз эҳтиромини кўрсатди. Сооронбай Жээнбеков Ўзбекистонда аждодлар хотирасини эзозлаш, улуғ инсонларнинг номини абадийлаштириш бўйича қилинаётган хайрли ташаббуслар ва амалларга ўзининг юксак баҳосини берди.